Всем привет! Идем через парк трейлеров. Идем за грибом. Мы вам сегодня покажем необычный гриб, который мы, по крайней мере, никогда такой не видели. Это Катя нашла сначала один. Я говорил: сорви, сорви. Сказала: подожду тебя. И он потемнел уже, испортился. Сейчас там же появился другой гриб, который мы растили, то есть, ну, ждали, пока он подрастет. И сейчас я говорю: пойдем. И вы видите, погода у нас в августе вообще в дождевике идем. Я сначала собирался идти в шортах, в футболке, вышел на балкон, думаю: не, нифига, надо одеть джинсы, кофту. Вышли, прошли метров 30 и вернулись, даже дождевики одели. Ну и вот, Катя тоже в жилетке, и мы идем за грибом. Видите? Сейчас мы вам покажем. А кто у нас тут пришел поздороваться? Сегодня у нас что, Кать, суббота? Сегодня у нас суббота. Завтра воскресенье, в понедельник я еще не знаю, то ли я еду в Торонто продолжать мой курс, тренинг, то ли нет, еще не ясно. Но во время тренинга я вам, наверное, скорее всего, ничего не смогу снять, хотя, если получится, сниму. Кто у нас тут опять? Собача. Собатя. А как, Кать, гриб называется? Сейчас, Катя забыла. Мы посмотрели. Гриб называется Calvatia gigantea. Или пафбол. Пафбол? Да, пафбол. Или пафбол. Сдутый мяч. Размером он, ну, где-то больше, чем моя голова. Или около того. Но больше. Больше? Больше, чем моя голова. Вы видели когда-то такой гриб? Нет? Тогда мы вам сейчас покажем. Все, мы пришли. Вот это старый гриб, который Катя не захотела трогать. А вот уже новый. Но он еще не настолько большой, не, ну, конечно, не как моя голова. Ну, тут вот написано, что если они молодые, их можно есть. Но когда уже там они... Уже у них эти споры, там что-то такое, когда они вызревают, то могут... Я не знаю, там вот... Могут проблемы. Там вот какие-то есть на нем... Не-не. Какие-то уже дырки. Не, мы его трогать не будем, там уже... Все. Там он уже... Как будто его уже кто-то ел. Какие-то черви. Ну ладно, не надо его тыкать. Пусть растет. Че? Ну показать надо, я сам не видел. Что за человек? Вот, я не понимаю. Розгриб его. Зачем сорвал? Непонятно. Здоровенный гриб. Ну я не знаю. Не, не буду. Ты считаешь, что это... Что это уже плохой? Ну, тут вот есть уже какие-то у него, как будто там уже кто-то завелся, поэтому мы его есть не будем. А этот был старый, он был когда-то, Катя говорила, вообще идеальный. Так что здесь вот грибница таких грибов. Есть мы не будем, но мы вам показали. Вы такие когда-то видели? Вот видите, вот моя рука. Видите? Голова собаки и гриб. Да, скажи, ума. Моя голова и гриб. Вот зачем ты его сорвал? Вот что, тебе мешал? Он мне не мешал, но я повернуть, посмотреть. В общем, пишите в комментариях, видели ли вы такие, растут ли такие в России или, ну, откуда вы смотрите нас.
Да, вот так вот. Катя говорит, мы ходили, наблюдали за ним, а ты его взял, рос. Да. Ну, ладно. Если мы... Лучше, как все мальчики, надо что-то обязательно сломать. Ладно, в общем, мы больше трогать не будем. Уже трогать нечего. Нет, ну как, что, если там растет, это уже второй. Значит, там у него грибница. Значит, там будет еще. Увидишь. В следующий раз трогать не будем. Мне хотелось посмотреть, как он там прикреплен. А там тоненькая, да? Да, у него такая небольшая, коротенькая. А что, мы должны туда идти, вот эта вот грязь? Да, мы ее искупаем. Надо ж посмотреть. Я такой гриб никогда не видел. В общем... Вообще, наверное, мешаются. Что? Еще что-то? Нет, я видно, что ты делаешь. Вообще, наверное, в этом лесу сейчас, вот в такую погоду, вроде как бы, ну и тепло, но оно, честно говоря, не сильно тепло, 14 градусов всего лишь, август, да? Глобальное потепление. Август. Но в этом лесу, наверное, есть грибы. Мы просто... А должны быть. Должны. Какие грибы растут в лиственном лесу? Я помню, когда-то мы ходили собирать эти маслята, и они росли, я помню, но это давно было, я вообще не грибник. Они росли в хвойном лесу. А в лиственном что растет? Вот камыш у нас тут растет. Там вода, там ходить нельзя. Эти березки. Мы говорили, трудно жить без березок. Нет, есть у нас березки. Российские березки. Вот еще. Вот это мы сюда и шастаем. К березкам. Собака послушная. Далеко не отходит. Нашли сейчас ягодку ежевики. Кормили умную. Да. Ягодки, вот еще березки. Да, березки. Пойдем за мосток, да? Да нет, мы вот сюда пойдем. Заяц, давай, Ума, вперед! Дичь! Бедная собака еще ни одного зайца не поймала. Ума, он вообще не туда побежал. Вот мы на нашем купательном месте. Давай, иди плавай. Тебя папа учил. Давай, до того острова и назад. Ну, Ума, давай. Мы тут как-то сидели там на камне. И цаплю видели. Такая красивая белая цапля. Давай, давай, Ума. Да холодно что-то как-то, папа. Че ты кашляешь там? Не жарко мне. Подавилась? Надо. Интересно, плыви! Вода теплая, да я не видела. Да, нормально. Мама сказала, вода нормальная. Сказала, ну пусть мама и плавает. Раз ей нормально, сказала, я вообще боюсь. Дна не видно. Скользко. Скользко. Лапами можно подскользнуться. Я вот еще заметила, она когда... Вода ей попадает в глаза красный, вытекает чуть-чуть. У нас есть крем, помазали, один раз все проходит. Почему-то после реки что-то ее там, наверное, раздражает в реке, какие-то бактерии.
Ну ладно, все, ребят. Ну, небольшой такой репортажик для того, чтобы обозначиться, что мы живые пока. Все пока нормально. Все, ребят, всем пока. До новых встреч.